вы когда-нибудь мечтали стать мастером боевых искусств, но не могли определиться, что выбрать, этот вид спорта для вас. Тут можно попробовать все. И броски, и удары, и даже немного акробатики. В новом выпуске программы «На спорте» мы расскажем про секцию кудо в муниципальной спортивной школе «Высота». Кудо – это полноконтактный вид спорта, целью которого является достижение безопасности, агрессивности и практичности. Это стиль смешанных боевых искусств, практикуемый с использованием головных уборов и перчаток. Он включает в себя удары в стойки, а также приемы бросков и захватов, разрешенные на соревнованиях, включая сдерживания, захваты и удушающие приемы. Правильно ли я понимаю, что кудо – это тот вид спорта, который включает в себя элементы других видов спорта, боевых искусств? Да, именно так. Кудо включает в себя бокс, кикбоксинг, дзюдо. Он включает в себя многие техники, и причем этот вид спорта, он не стоит на месте, он развивается. Он впитывает в себя лучшие техники других видов спорта. Мы тоже берем в своей подготовке на вооружение. Свое название этот вид спорта приобрел в 2001 году. Кудо в переводе с японского звучит как «путь открытого сердца». Здесь преподаватели учат не только физической силе, но и внутренней стойкости, уважения к сопернику и самодисциплине. Я считаю, что тренер дал мне очень много качеств. Вот, он меня отчасти как бы и воспитывает, ну, уже практически 9 лет. Вот, тоже ему очень благодарен за все труды его, что он складывает. Обучить ударным приемам может каждый, но раскрыть культуру боевого искусства способен только опытный тренер. Я прививаю спортсменам, ребятам любовь к этому виду спорта. Я рассказываю, чем он нравится мне, что мне нравится. Через свое отношение, через свою любовь к этому виду спорта. И кому нравится, тот тянется к этому, притягивается. Тоже начинает его любить, я так подозреваю, и очень сильно. И со временем ребята начинают ставить перед собой высокие задачи. И многие, не многие, но достигают и достаточно высоких. У нас очень много чемпионов мира. У нас именно в Владивостоке, в Приморском крае. И молодежи есть на кого равняться. Учеником муниципальной спортивной школы «Высота» является двукратный чемпион мира по кудо Константин Караульных. С него берут пример и другие воспитанники секции. Занимаюсь этим видом спорта уже с 8 лет. Мне он очень нравится, ну, по нескольким причинам. Первая причина – это разнообразие техник. Меня с детства тянуло в боевые искусства, и когда меня отец отдал сюда, я был очень рад, потому что я не ожидал, что вообще бывают такие боевые искусства, где можно бить и руками, и ногами, можно бороться. То есть, ну, полный контакт, скажем так. Что именно тебе нравится в этом виде спорта? Оно очень сильно похоже на ММА, а я в детстве очень любил ММА. Ну, то есть, я как в детстве увидел Хабиба, подумал, ничего себе, тоже хочу заниматься. И вот папа мне как по детству отдал на кудо, так и начал заниматься. Кудо заинтересовал и нашу съемочную команду. Отличает этот вид спорта от других боевых искусств пластиковая шлем-маска, которая защищает игрока от ударов соперника. За одну тренировку мне удалось изучить технику удара рукой и два приема ногами. Но теории для профессионала, конечно же, мало. Всю атмосферу кудо удастся прочувствовать только при первом спарринге. Записаться на секцию кудо в муниципальную школу «Высота» можно с 10 лет. Принимают всех желающих – и мальчиков, и девочек. А с вами были Ксения Быкова и Денис Фадеев. Будьте на спорте!